та не так сильна наша команда нынче, как во всякие там разные оные времена. Да, 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 да. Вообще имеет смысл бороться за то, чтобы выиграть этот чемпионат? Или давайте решим такую локальную задачу? Попадем на Олимпиаду? Не попадем. Не попадем. Потому что если мы не соберем хорошо Немова, не соберем этих ребят, не сложим до конца, не выиграем, это вообще будет вообще это уже будет катастрофа для российской гимнастики, если команда России не попадет на Олимпийские игры. Это просто не чемпионат тогда будет. Ну так вот я и говорю, может быть, не стоит ставить себе сверх задачу выиграть этот чемпионат мира. Нет, хотя бы... И я не уверена, что выиграем. Хотела сказать, мы и не выиграем, потому что очень там есть Китай, там есть желающих много, потому что состав команды сократили до 5 человек, и плюс там есть вариации, когда может заменять всякие разные...